Ближний Восток. Главное, сегодня из сектора Газа в Египет вышли еще 200 россиян. Это уже четвертая по счету группа, которая пересекла границу с Египтом в Рафахе и самая многочисленная. Всего с 12 ноября эвакуировано свыше 500 человек. Почти 300 МЧС уже переправило в Россию. Тем временем в палестинском анклаве объявлено, погибли более 50, почти все пациенты реанимации госпиталя Аль-Шифа. Израильские военные блокировали его и не пускают туда журналистов. Внутри остаются 650 больных и 300 врачей. Больницы, как и большинство территорий сектора Газа, без света, воды, лекарств и без топлива для генераторов. Израиль согласился пропустить лишь две цистерны в день на нужды ООН. Сегодня же сообщалось о возможном обмене между израильтянами и Хамас. Но это не подтверждено официально. Стороны не могут договориться, сколько палестинских заключенных, соответственно, заложников, обменивать. С начала конфликта, 7 октября, в секторе Газа погибли 12 тысяч человек, включая 5 тысяч детей.